Сегодня я хочу поделиться с вами своим рассказом, своей историей, как я переехала в Америку, с чего все началось и как я устроила свою дальнейшую жизнь здесь, не жалею ли я об этом, вообще весь этот переезд – это большое чудо. Но я думаю, что Бог предусмотрел мой переезд еще задолго до того, как я попала сюда. Мне было почти 10 лет, я перешла учиться в 4 класс, и если вы помните, если у вас было точно так же, как было в наших школах в то время, то когда вы переходите в 4 класс, вы должны были выбрать один из иностранных языков для изучения. Наш класс должен был учить французский и английский. Когда я пришла домой после того, как нам сказали эту информацию, я сказала маме, что наш класс будет учить французский и английские языки, и что я выбрала английский. Мама сказала, вообще лучше бы ты, конечно, учила немецкий язык, потому что в нашей семье все учили немецкий язык. Если у тебя будут какие-то домашние задания, то мы тебе помочь с английским языком не сможем. Я сказала, мама, я хочу учить английский язык. Я не хочу переходить в другой класс, потому что стоял вопрос над этим. И мама сказала, возможно, тебе придется перейти в другой класс. В тот класс, где учат немецкий язык. Я очень плакала, я не хотела переходить в другой класс. Я привыкла к своему классу, с которым я уже проучилась 3 года. Привыкла к детям, привыкла к обстановке. Я очень не хотела переходить в другой класс. И почему-то я не хотела учить немецкий язык. Не знаю, не помню уже, или на следующий день, или через несколько дней. Мы пошли с мамой в школу. И мама пошла к нашей классной руководительнице Нине Борисовне, и она сказала, что я буду переводить Люду в другой класс, потому что в этом классе, в котором она сейчас учится, она будет учить английский язык, мы ей помочь с английским языком не сможем, и мы все учили немецкий язык, а Нина Борисовна еще так удивилась, а что, вы можете помочь с немецким языком? Мама говорит, да, у нас все учили немецкий язык, мы еще помним кое-что из школьной программы, поэтому мы ей сможем помочь. Нина Борисовна спросила меня, хочу ли я переходить в другой класс. Я сказала, что я не хочу переходить, я хочу остаться в своем классе. Мама говорит, ну ты же понимаешь, мы не сможем тебе тогда помочь. Я сказала, мама, я буду учиться хорошо. Мама говорит, ну хорошо, но если ты скатишься по английскому языку, если у тебя будут 3, то значит, мы будем переводить тебя в другой класс, где учат немецкий язык. Я сказала, мама, я буду учить английский язык, и я буду учиться хорошо. И дальше на протяжении 4, 5, 6, 7, 8 класс я учила английский язык. Конечно, мы учили не американский язык, мы учили британский язык, но, в принципе, вы знаете, мне это помогло в будущем. Хотя бы я знала алфавит и правила постановки предложений, хоть немножечко я была с этим знакома. Училась я хорошо по английскому языку. У нас была хорошая учительница Ирина Александровна Колесникова. И я пыталась ее найти в Одноклассниках, но найти ее не удалось. Просто я хотела поблагодарить за то, что она в меня хоть немножечко вложила тех знаний, которые мне пригодились в будущем. Итак, я выросла. И я думаю, что примерно в 90-х годах, может быть, 97-й, 98-й год, моя сестра вместе со своей семьей, с мужем, с детьми решили уехать в Америку. Я с ними была очень близка, с ее детьми, с ее семьей. Мне было очень грустно из-за того, что они уезжают. Мне очень не хотелось, чтобы они уезжали. Но моя сестра сказала, как только я приеду в Америку, я начну на тебя оформлять документы. Нина уехала, уехали ее дети. Мне было очень грустно с ними расставаться. Даже сейчас я говорю, я вспоминаю все это, и мне хочется плакать. И как только Нина уехала, она сразу же начала оформлять на меня документы для переезда. Но мне все говорили, в принципе, 99%, наверное, мне говорили, ты не уедешь. Ты одинокая, у тебя остаются родители, за которыми ты должна присматривать. Ты не замужем. Ты должна, в посольстве решать, что ты должна за ними ухаживать. Но мне очень хотелось уехать. Я понимала, что если я останусь в своем городе, то
замуж я не выйду. Мне уже было около 30 лет. Я очень хотела замуж, я очень хотела детей. И у меня почему-то была такая надежда, что как только я уеду в Америку, то там я обязательно выйду замуж. Когда Нина приехала сюда и в Америку, и она мне потом звонила и говорила: «Ой, Люда, ты как только приедешь сюда, мы тебе сразу найдем жениха. У нас в церкви есть женихи». Ну, я оформляла все документы на отъезд с большой надеждой, что я приеду сюда, и я выйду замуж. Весь процесс оформления документов начался, наверное... Да, в 2001 году Нина уехала вместе со своей семьей, они переехали жить в Америку. И, как я уже сказала, сразу же начала оформлять на меня документы. И очень быстро мне пришел, начали приходить документы, что мои бумаги в процессе. Я уже не помню, в каком году я поехала на интервью. С интервью это тоже отдельная история. Уже к тому времени, как я должна была ехать на интервью, открылось посольство в Алма-Ате, и у меня был шанс проходить интервью в Алма-Ате. Хотя все мои документы, весь мой пакет документов находился в Москве. И я поговорила дома, я поговорила с Ниной, и я решила попробовать проходить интервью в Алма-Ате. Это гораздо ближе, это Казахстан, и ехать на поезде всего лишь одни сутки, не трое суток, как ехать в Москву. Я решила попробовать проходить интервью в Алма-Ате. Я позвонила в Москву и сказала, что я хочу проходить интервью в Алма-Ате, для меня это гораздо ближе, и я хочу, чтобы весь мой пакет документов отправили в Алма-Ату. И девушка, с которой я разговаривала из консульства, из посольства, из МОМ называлась эта организация, она мне сказала: «Вы знаете, мы, конечно, можем перевести ваши документы в Алма-Ату, но я бы вам не советовала, потому что в Москве у вас больше шансов пройти интервью». Я сказала: «Хорошо, тогда оставьте все мои документы в Москве, я поеду в Москву». Я уже не помню, в каком году меня вызвали, может быть, это был 2003 год, скорее всего, меня вызвали на интервью в Москву. Туда мы поехали вместе с моей племянницей Лилией. Она всего лишь на 8 лет младше меня. Мы вместе с ними тоже росли, вместе с Юлей и Лилией. Если вы смотрите мое видео, я вас очень люблю, огромный вам привет от меня. Спасибо, что вы есть в моей жизни. И так я поехала в Москву вместе с Лилией. Поездка, конечно, туда была очень веселая, очень интересная. Мы всю дорогу туда, нам было весело. В общем-то, трое суток прошли хорошо. Мы проехали через, считайте, практически через всю Россию так поперек. Казахстан находится внизу, можете посмотреть на карте. И мы в самый верх через Россию проехали в Москву. Через многие города проехали. Вообще, конечно, было очень интересно, нам было хорошо вдвоем. Поезд был замечательный, чистый, все удобства, вообще было классно. Когда мы приехали в Москву, нас там встречала одна женщина старенькая, не старенькая, пожилая, она отправила своего внука, чтобы встретить нас с поезда. С ними договорилась моя сестра, чтобы они нас встретили. И мы приехали на квартиру к этой женщине пожилой, тетя Оля. Мы остановились у нее. Она очень была гостеприимная к нам. Тоже нам было очень хорошо там у нее жить. И, по-моему, на следующий день после нашего приезда было мое интервью. Я, конечно, очень переживала. На улице была такая моросящая какая-то или холодная очень погода. Лили, заходите в МОМ или в посольство. Да, в посольство, мы интервью было в посольстве. Заходить ей было нельзя. Она осталась бедненькая ждать на улице, а я зашла в посольство. Меня вызвали, конечно же, не сразу. Пришлось понервничать, попереживать.
Когда меня вызвали на интервью, это был мужчина, американец, он говорил через переводчицу, и интервью само проходило 40 минут. Меня очень много спрашивали по Библии, возможно, потому что я написала в анкете, что я преподаватель воскресной школы, что я закончила библейский институт, и, возможно, они меня просто проверяли, на самом деле я, ну, могу ответить за свои слова. И очень много спрашивали по Библии. В основном, основной процент вопросов это был по Библии. Также спрашивали, притесняли ли меня в школе, как верующую, притесняли ли меня в техникуме, были ли у меня какие-то проблемы, что меня там не принимали, например, на учебу или какие-то препятствия ставили. Вы знаете, в принципе, это уже были 80-е годы, и более-менее уже была свобода, и, ну, проблем, особенно в техникуме, вообще никаких не было. В техникуме передо мной учился мой брат Саша, потом училась моя сестра Нина, и я пришла туда уже третья из нашей семьи, и проблем у меня там вообще никаких не было. Они уже как бы себя зарекомендовали с отличной стороны, и я уже по накату, благодаря им, благодаря их хорошей репутации, пришла в техникум. И поэтому у меня, как у верующей, как у христианки, проблем никаких не было. Надо мной никто не смеялся, надо мной никто не издевался, никто не заставлял меня вступать в комсомол. В общем-то, все было хорошо. И, ну, я отвечала полную правду, тем более, что они и так уже знали, говорю я правду или нет, потому что, ну, проверка большая перед тем, как сюда попасть. Когда я прошла интервью, посол сказал, что через 2 или через 3 часа мне нужно явиться в МОМ для получения документов. Мы с Лилей сразу же поехали в... Нет, мы с Лилей не сразу же поехали в МОМ. Лиля, помнишь? Нет, если ты смотришь мое видео. Мы с тобой пошли куда? В Макдональдс, в московский Макдональдс. Нам там, конечно, очень понравилось. Людно, весело, шумно, как-то, не знаю, чувствуется жизнь, знаете, вообще нам Москва очень понравилась, какая-то жизнь, какое-то движение, все куда-то спешат, какое-то такое, как в муравейнике жизнь, нам там очень понравилось, конечно, мы тоже в Москве нагулялись, где мы только с ней не были, садились в метро и просто ехали, и на Воробьёвых горах мы с ней были, и в Старой Москве мы были, и в Новой Москве мы были, и по площади мы с ней гуляли. Конечно, время провели отлично. У нас там, по-моему, 2 или 3 дня мы с ней находились, пока вот это все, весь этот процесс был. Да, и вот после того, как мы с ней сходили в Макдональдс, покушали там, и она бедненькая отогрелась, и мы поехали в МОМ для получения документов. В МОМ ей уже зайти можно было. Ей уже не нужно было ждать меня на улице. Когда меня вызвали, чтобы получать документы, я, конечно, шла и очень переживала, потому что я не надеялась. Мне говорили, у тебя 50 на 50, что ты попадешь в Америку. Когда я подошла к окошку, то, по-моему, там сидел мужчина, который выдавал ответы, говорил ответы, прошли мы или не прошли, и он мне сказал так: «Вы меня извините». Но вы представляете, при таких словах мое сердце сразу же упало вниз. Ушло в пятки, как говорится. Вы меня извините. Беженцам мы вам не дали. Статус беженца вы не получили. Но вы получили статус-пароль. Вы знаете, для меня это было хоть как. Хоть на крыле самолета, но улететь. Поэтому и этому статусу я была тоже рада. В чем отличие беженца от пароля? Беженцам покупали билеты... Ну, консульство или посольство, я точно не знаю, МОМ ли покупал билеты для беженцев. И, как правило, билеты были дорогие, гораздо дороже, как если бы человек покупал сам, самостоятельно. А я сама себе купила билеты, я выбрала дешевые билеты. И, ну, в принципе, статус-пароль для меня был легче, чем статус беженца. И мы приехали назад с Лилей к этой женщине, у которой мы остановились, к тете Оле. Через несколько часов позвонила Нина и спросила: «Ну что?» Я говорю: «Нина, мне дали пароль». Радости там, конечно, было очень много. И я по сей день благодарна Нине и ее семье, что они меня вызвали сюда.
что они мне дали такой шанс, они мне дали такую возможность приехать сюда, потому что для меня это действительно было благословение. Сначала я этого не понимала, но потом я поняла, что для меня это большое благословение. И так мы с Лили вернулись домой, в Семипалатинск, в Казахстан. Назад, конечно, мы ехать не хотели, нам понравилось в Москве. Назад мы ехали на казахстанском поезде, сразу же почувствовалась огромная разница, очень грязный поезд, очень неприветливые проводницы, очень плохая обслуга, весь вагон, вот мы ехали трое суток, не убирался совсем, только при подъезде к Алмате, не, к Семипалатинску начали убирать этот вагон. В общем, впечатления остались по обратной дороге самые ужасные. Ну, что есть, то есть. И когда я вернулась назад домой, в Семипалатинск, я начала оформлять документы. Для моих родителей, конечно, это был стресс, но они меня отпустили. И я оформила все документы. Свой день рождения я... Это был последний мой день рождения, 30-летие в Казахстане отметила. И в конце октября, по-моему, 28 октября 2004 года, я выехала в Москву снова, чтобы забрать свои документы. И уже с Москвы я должна была улетать в Америку. Меня провожали моя мама и моя сестра Оля. Конечно, расставание в Москве было очень тяжелое. Меня проверяли очень сильно, все мои сумки, все, что там было, вынули до самого донышка, все проверили. Я везла с собой очень много книг, очень много фотографий, и меня на проверке постоянно спрашивали, зачем я везу с собой столько много книг. Я очень любила читать, и я не могла все эти книги оставить дома, я хотела их все взять с собой. Все, что я с собой везла, две огромные сумки, я практически везла с собой в основном книги. Ну, много я книг везла. Не знаю, пол сумки точно было книг. По-моему, 25 килограмм была сумка, я сейчас уже точно не помню. Ну, когда меня вот это все проверяли, все мои сумки, я уже не плакала, потому что я уже так сильно нервничала, мне было так жарко от того, что, ну, вот, от переживания от всех, от этой, того, что я нервничала, то я уже успокоилась, но потом мне Оля и мама сказали, что они видели, как меня вытрясали до самого донышка, и они очень переживали за меня, они стояли там и плакали. Они видели, как все это происходило. Я села в самолет. Через, по-моему, 11 часов я уже была в Нью-Йорке. Это было 3 ноября 2004 года, я прилетела в Америку. Получила свои сумки. Я не знала, кто меня будет встречать. Я не знала... Ну, я знала, что меня будут встречать, но я не знала, кто меня будет встречать. И я не могу без слов, без слез вспоминать это время. Когда я вышла, уже получила все свои документы, получила свои сумки, багаж свой получила, и вышла в ту комнату, где меня ожидали, я увидела, что меня встречал Лёва. И встречал Антон. Но и также для меня было удивительно, что меня приехал встречать. Кто я такая вообще была? Меня приехал встречать пастор нашей церкви. Для меня это было, конечно, вообще тоже огромное чудо, потому что я не думала, что пастор может снизойти настолько низко, чтобы встречать своего будущего члена церкви. Почему я плачу? Потому что Лёвы уже нет в живых. И я очень благодарна за все то, что он сделал для меня. Но большая была, конечно, помощь от него, от Нины, что я приехала сюда, потому что он мог сказать Нине «нет», чтобы я сюда не приехала. Но он это, в принципе, он был не против. И я приехала сюда. Они меня встретили, и через 3 часа мы были уже у Нины дома, у Нины с Лёвой дома.
Такой интересный момент был. Мы ехали через мост в Нью-Йорке, и Лёва меня спрашивает: ты когда-нибудь видела статую свободы? Я говорю: нет, никогда не видела. Ну, только если только на картинке, я ж никогда не была в Америке. Ну, по фильмам видела. Он говорит: ну вот посмотри на ту сторону через мост. А темно было, 12 ночи, по-моему, было, начало первого ночи, темно было. И он говорит: посмотри на ту сторону моста. Ну и посмотрела, ну что я там могу увидеть, там темень непроглядная. Он говорит: видишь, там огонек светится? И говорю: вижу. Он говорит: вот там статуя свободы. Вот так он у меня познакомился с статуей свободы. По сей день я еще ее не видела. И большая мечта, конечно, съездить и посмотреть. Я думаю, что когда-нибудь все равно эта мечта осуществится. Мы приехали в Нью-Джерси, где я сейчас живу, пересели в Лёвину машину. До этого мы ехали на машине нашего пастора Анатолия. Переехали в Лёвину машину. И первое, на что я обратила внимание, это на воздух. И я тогда у Лёвы с Антоном спросила: а что, шел дождик? Потому что воздух такой был чистый-чистый, такой свежий воздух. Они говорят: нет, дождика не было, ну видишь, все сухое. Было 4 часа утра. А воздух такой был чистейший, свежайший воздух. Это первое, на что я обратила внимание. Мы приехали к Нине с Лёвой в апартмент. Они еще тогда в апартменте жили. Встречала Нина, Катя, Вика. Все выбежали навстречу. Обнимания, слезы радости, слезы встречи были. И я помню, что Нина поставила на стол очень много русских продуктов. И мне Вика с Катей сказали: мы, говорит, маме говорим, зачем ты покупаешь русские продукты в магазине? Лучше бы ты американские продукты купила. Люда русских продуктов наелась еще в Казахстане, а американские продукты она еще не ела. И, в общем, они ее отругали за это. Но все было очень вкусно, тем более, что я очень сильно устала с дороги, я была голодная. Ну, поели, поговорили. Спать, конечно, от всех этих волнений, от всех этих как бы перевозбуждений не хотелось. Мы очень долго с Викой и с Катей проговорили. Они тогда не пошли в школу, прогуляли школу. Вот так был мой первый день приезда в Америку. И в этот день, 3 ноября 2004 года, что я прилетела в Америку, началась моя новая жизнь. Через несколько дней меня оформили в школу для взрослых людей, для изучения английского. Для меня это, конечно, был огромный стресс, потому что такое впечатление, что я английский не знаю вообще. И в первый же день, после первого же урока, я пришла домой с такой головой, с распухшей головой. И я сказала: я поеду домой. Нина говорит: ты что, почему? Я сказала: я поеду домой. Английский я никогда не выучу. Она говорит: успокойся, все выучили, а ты не выучишь, успокойся. Ну, в общем, ходила я на классы, меня возила Катя на уроки, забирали меня с уроков, машины у меня не было, машина у меня появилась только через год, и все это время они со мной нянчились, они меня возили. Когда я пришла на первое собрание в церковь, то, конечно, уже все знали, что приехала Нина сестра. Многие знакомились, да, не знаю, церковь такая дружная была, что, не знаю, наверное, вся церковь подошла и знакомилась со мной, уже все знали, что я приеду. Поздравляли все и радовались моему приезду. Встреча была, конечно, очень теплая и очень такая неожиданная для меня была встреча, что меня, кто я такая, никто меня не знает, а встретили так тепло и так хорошо. И через 3 месяца после того, как я приехала в Америку, я пошла работать в гостиницу. Это была моя первая работа. Может быть, я когда-то об этом расскажу. Мои впечатления об этой работе, как я работала уборщицей после того, как я работала диспетчером. Снизойти до такой низины, для меня это было, конечно, нужно было ломать свою гордость. Но это нужно было, через это нужно было пройти. Через 4 месяца я перешла на другую работу, на фабрику. Там мы делали украшения для елок, для Рождества, рождественские украшения мы там делали, мишуру.
Эта работа мне, конечно, больше нравилась, потому что я работала 5 дней в неделю. И я знала, что моя работа, моя смена от 7 утра до 3:30 дня, что меня, в принципе, это устраивало больше, чем когда я работала в гостинице. Но что самое интересное, что когда я пришла в церковь, то первое, что я сделала, я посмотрела вокруг. Где ж мои женихи? Женихов я не увидела. Я увидела, ну, парней, которые младше меня. Мне было уже 30 лет. Все парни были младше меня. А я всегда хотела, чтобы мой будущий муж хотя бы на день, но был старше меня. Я хотела, чтобы мой муж был старше меня. Я увидела, что старше меня никого нет. А младше... Ну, не хотела я, чтобы кто-то был младше меня. И я начала поисками, занялась, вернее, поисками своего жениха. Но это уже отдельная история. Сегодня я хотела рассказать о том, как я приехала сюда. А как я занялась поисками своего жениха и своего будущего мужа, я вам расскажу в следующем видео. Я извиняюсь, я уже сегодня наговорила на 27 минут. Если вам было интересно послушать о том, как я сюда приехала, пожалуйста, оставьте свой комментарий, что бы вы еще, может быть, хотели услышать, мои впечатления, что мне не понравилось, что мне понравилось, может быть. Но вот этим я хотела сегодня с вами поделиться. Я не жалею, что я приехала сюда. Что бы ни говорили про эту страну, какой бы настрой ни был против этой страны, я не жалею, что я приехала сюда. Я очень рада, что здесь я нашла свою семью, свою любовь нашла здесь. Здесь у меня родилось 2 детей. А что еще для счастья надо? Главное, чтобы была семья, были дети. А все остальное, вы знаете, это все временно, все проходящее. Все равно мы здесь временные жители на этой земле. Живем ли мы здесь, живем ли мы в какой-то другой стране, мы не вечно будем здесь жить. Главное, чтобы мы были гражданами неба. Вот туда мы все стремимся, туда мы хотим все попасть. А здесь это все временное. Сегодня мы здесь, а завтра нас может не быть. Поэтому я рада, что я живу здесь. Еще раз спасибо, что вы просмотрели мое видео. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, приглашайте своих друзей. И всего вам хорошего. Берегите себя и своих близких. До свидания.